Российское подразделение Bentley отправило свои автомобили в осенний тур по городам страны. Смысл мероприятия – показать машины аудитории. Такой себе передвижной автосалон для избранных. Эмоции за рулем новейших моделей Bentley поклонники роскоши испытали в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге. Финальной точкой путешествия стал приморский Геленджик. Столичный этап оказался особенным, ведь принимал его подмосковный Raevo Golf & Country Club. Атмосферу подчеркнули изысканные арт-объекты из коллекции Александра Чеглакова, созданные вручную из упавших сухих дубов, возраст которых превышает 250 лет. Кстати, с момента появления первого Bentley в 1921 году в отделке передних панелей британских машин всегда применялось только натуральное дерево. В последние годы в салоне автомобилей Bentley используются вставки особой формы, выполненные из натурального шпона. Отметим, что в рамках осеннего тура в России дебютировало новейшее купе Continental GT от ателье Mulliner и восьмицилиндровая версия седана Flying Spur. А кроме того, участники тура смогли протестировать самую быструю версию кроссовера Bentayga Speed. Двухдверный Continental GT в исполнении Mulliner дополнен роскошными опциями и готов к любой персонализации. Стеганая кожаная отделка весьма сложна в изготовлении. В стандартной палитре аж 60 цветов, а в теории можно заказать вообще любой колер. Напомним, что подразделение Bentley Mulliner — это одно из старейших кузовных ателье в мире, которое специализируется на автомобилях по индивидуальным заказам. Bentley Flying Spur с двигателем V8 отличается от старшей версии W12 не только объемом двигателя, характерным глубоким звучанием восьмерки и естественным увеличением запаса хода. Восьмицилиндровый седан на центнер легче, что обещает лучшую маневренность при очень схожей динамике. Эту машину ориентируют на водителя, а оснащением младшая версия ничем не уступает топовой. Пневматическая подвеска устанавливается по умолчанию, а за доплату предлагают активные стабилизаторы и полноуправляемое шасси. Наконец, Bentley Bentayga Speed — это самый быстрый кроссовер английской марки. 12 цилиндров на 2,5 тонны массы и менее 4 секунд с места до сотни. Вдобавок для версии Speed перекалиброваны спортивный режим ездовой электроники и векторизация тяги с помощью тормозных механизмов. Добавим, что все новинки Bentley, представленные в рамках осеннего турне, уже доступны для заказа в России.